Всем привет, друзья! Вашему вниманию предоставляется убойнейшая программа тренировок в домашних условиях по набору мышечной массы. Вперед! Для набора мышечной массы в домашних условиях нам понадобится портфель, два пакета, любые утяжелители, это могут быть гантели, а также самодельная штанга. Ну и, естественно, напоследок два стула, которые есть в каждом доме. Сразу скажу, что я создавал эту программу для парня эктоморфа. Если вы не эктоморф, то вам эта программа определенно не подойдет. Итак, вес нужно подбирать такой, чтобы можно было максимум сделать 12 повторений. И также отдых между подходами где-то 1 минута. Отдых между упражнениями 2 минуты. Ну что, погнали! Понедельник, качаем грудь и плечи. Обязательно делать разминку 5 минут перед каждой тренировкой. Первое упражнение. Глубокие отжимания на стульях с возвышенности средним хватом. Поставим 2 стула, руки на стулья, ноги на диван или любую возвышенность. 5 подходов по 8-12 повторений. Делать с весом, чтобы было сложно. Первый подход разминочный без веса. Последующие подходы вес увеличивать. Упражнение номер 2. Отжимания от пола с возвышенности. Ноги на диван, руки на пол. Средним хватом. 4 подхода на максимум, без веса. Третье упражнение. Отжимания на брусьях с наклоном тела вперед. Я покажу, как это сделать на стульях. 5 подходов, 10-12 повторений. Вес подобрать по своей силе, максимум должно быть 12 повторений. Следующее упражнение идет уже на плечи. Отжимания от пола с возвышенностью в положении домик. Ноги положить на кровать. 4 подхода, максимум повторений. Пятое упражнение – махи в стороны. По бокам, вперед, а также на заднюю дельту. Все махи делаются без перерыва или перерыв 10 секунд. С гантелями или баклахами. В этом упражнении должно быть 4 подхода, 10-12 повторений. Вес подобрать на максимум 12 повторений. Можно положить баклахи в пакеты. Шестое упражнение – это махи гантели или баклаха перед собой вверх-вниз. Взять гантелю обеими руками и делать упражнение «молоток» на переднюю дельту. Здесь у нас будет 4 подхода, 10-12 повторений. Вес подобрать на максимум 12 повторений. Теперь среда, друзья, это у нас будут ноги и бицепсы. Не забываем делать разминку хотя бы 5 минут перед тренировкой. Первое упражнение – это приседания со штангой или самодельной штангой. 5 подходов, 15-20 повторений. Вес подобрать по силе. Второе упражнение – это подъемы на стул со штангой или с гантелями. 5 подходов, 10-15 повторений. Вес подобрать по силе. Третье упражнение – это выпады со штангой или гантелями. 4 подхода, 10-15 повторений. Вес подобрать по силе. Четвертое упражнение – это подъем на носки со штангой или гантелями. 3 подхода, 20-30 повторений. Вес подобрать по силе. Пятое упражнение – это подъем штанги на бицепс. 4 подхода на максимум. Шестое упражнение – это подъем гантель на бицепс. 3 подхода на максимум. Ну что, теперь переходим к пятнице. У нас будет спина, трицепс и пресс. Не забываем про 5 минут разминки перед тренировкой. Первое упражнение – это отжимание широким хватом кисти в стороны. 5 подходов на максимум повторений. Второе упражнение. Тяга к поясу. 5 подходов, 10-12 повторений. Взять вес по силе. Третье упражнение – это отжимание узким хватом. 4 подхода, 10-12 повторений. Вес подобрать по силе. Четвертое упражнение – это разгибание с гантелей из-за головы. 5 подходов, 10-12 повторений. Вес подобрать по силе. И пятое упражнение – это скручивание на полу. 5 подходов на максимум. Ну вот и все, друзья. Вся программа тренировок для эктоморфа, она длится должна 40-45 минут. Это высокоинтенсивная программа тренировок, то есть тренировка ваша должна быть очень-очень интенсивная. Отдыхайте 40 секунд и до минуты между подходами. В письменном виде вы сможете найти эту программу тренировок в нашей группе ВКонтакте, а если хотите заказать индивидуальную программу тренировок, пишите мне в личку. Если это видео наберет 2000 лайков, выйдет новая халявная программа тренировок для дома. Ну или для спортивного зала, или либо для турников, какую пожелаете. Так, всего хорошего вам, удачи с этой тренировкой, набирайте массу, потому что она мощная реально, эта программа. Желаю вам успехов, увидимся в следующем выпуске. Пока!